Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Кызыле прошел сход граждан с участковыми города. В ходе общения с жителями города участковые рассказали о проделанной работе, количестве зарегистрированных преступлений на их участках и предпринимаемых в связи с этим мерах. Так, за 11 месяцев текущего года участковыми раскрыто и выявлено около 1500 преступлений. Вместе с тем, основная нагрузка в реализации профилактических мер по борьбе с преступностью лежит именно на них. Поэтому участковыми проводится работа по профилактике и пресечению совершаемых на территории региона правонарушений. После выступления сотрудников полиции и граждане могли задать свои вопросы и высказать предложения. Так, в ходе обсуждения были затронуты вопросы сохранности личного имущества граждан, незаконная реализация алкогольной продукции, в том числе с так называемых адресов, работа незаконных игорных заведений. Процесс живого общения позволяет не только объективно оценить работу представителей правопорядка, но и эффективно принять меры по решению вопросов. В настоящий момент проведено 66 отчетов перед населением, планируется проведение еще 50. Минстрой России предлагает продлить программу расселения аварийного жилья на 3-4 года. Для этого предлагается использовать федеральные средства и продлить работу фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Новая программа по расселению аварийного жилья может заработать только с 2019 года. 2018 год потребуется регионам-аутсайдерам на завершение действующей программы. Жильем предстоит обеспечить более 5500 человек, сообщает издательство «Российская газета». К 1 января 2018 незавершенная программа останется в 8 регионах. Иркутской, Ивановской, Костромской, Тверской областях, Пермском и Забайкальском крае, республиках Карелия и Тыва. Расселить предстоит более 90 тысяч квадратных метров площади. Всего с 2014 года из аварийного жилья было переселено более 65 тысяч человек или более 10 миллионов квадратных метров жилья. Глава Минстроя Михаил Мень также сообщил, что расселить предстоит не включенное в программу аварийное жилье. Внимание на проблему весной текущего года обратил президент России Владимир Путин. Он поручил Генеральной прокуратуре проверить все факты, когда аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, не были включены в программу расселения. Всего в стране такого жилья выявлено более 200 тысяч квадратных метров. Регистрационные знаки при смене машины в ГИБДД можно будет хранить дольше. Бумажный паспорт транспортного средства, в случае чего, можно будет поменять на его дубликат. А снимать машины с учета или для утилизации по доверенности можно будет только при предъявлении паспорта собственника транспортного средства. Все эти нововведения прописаны в новом регламенте по регистрации транспортных средств, который выложен для общественного обсуждения. Упрощен порядок регистрации автомобилей, списанных в утиль. В соответствии с документом, при снятии машины с учета для утилизации ее регистрация прекращается. Но если собственник передумал, то ему в ГИБДД все вернут, как было. Для этого достаточно предъявить ПТС и личный транспорт. Также в случае покупки утилизированной машины достаточно личного паспорта и документов на право собственности этим автомобилем, например, договора купли-продажи. При этом не требуется привозить в ГИБДД прежнего собственника. Кроме того, хранение регистрационных знаков можно будет продлить еще на 180 дней, подав заявление на имя начальника ГИБДД субъекта. Правительство России рассмотрело проект распоряжения об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. В следующем году из федерального бюджета общероссийским общественным организациям инвалидов будет выделено 1,5 миллиарда рублей, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Соответствующее распоряжение одобрило правительство России. Это всероссийские организации общества глухих, общества слепых и инвалидов, а также общероссийская организация инвалидов войны в Афганистане. Выбор данных общероссийских общественных организаций инвалидов обусловлен тем, что именно они выполняют наиболее масштабные общественно полезные программы. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 69 копеек, евро 69 рублей 4 копейки. Твоя жизнь, твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли.
Одевайся тепло, выгляди стильно. В магазине «Классика мода» представлена мужская, женская и детская коллекция верхней одежды. Пуховики и куртки различных моделей, горнолыжные костюмы. Каждый найдет здесь что-то свое. Торговый центр 5 звезд, первый этаж. Для суровых зим суровые покупки. Даем стране угля и зимний противоморозный бетон. Участвуй в розыгрыше ценных призов. Подробности розыгрыша узнавайте по телефону 983-190-0006. Сотрудники госавтоинспекции Тувы пресекли факт незаконной перевозки гашиша. В рамках проводимой оперативно-профилактической операции «Нелегальные перевозки» наряд ДПС на стационарном посту «Шевели» остановили для проверки автобус, следовавший по маршруту Кызыл-Красноярск под управлением 53-летнего водителя, жителя города Красноярск. При досмотре салона автобуса на верхней полке над пассажирскими местами полицейские обнаружили и изъяли рюкзак, в котором находилось 119 фрагментов прямоугольной формы темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Экспертам-криминалистам было установлено, что это гашиш общей массой более 500 граммов. Полицейские установили, что указанный рюкзак принадлежит 31-летнему пассажиру, жителю города Кызыла. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть пункта полиции города Турана. При досмотре он дал признательные показания и пояснил, что вещество изготовил для собственного употребления. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение и перевозка наркотических средств, совершенные в крупном размере». В Кызыле стартовал конкурс ледовых скульптур. На площади, где установлена главная елка столицы, уже расположились участники конкурса. Каждый из них должен в своей работе отобразить свое видение зимней сказки. Погода стоит морозная, что, в принципе, для декабря не очень обычно. Поэтому у нас на территории городской елки организован пункт для обогрева. Также организован горячий чай и небольшое питание для наших конкурсантов. Всего в конкурсе принимают участие 7 мастеров. Это скульпторы, самодеятельные художники, камнерезы и преподаватели Центра дополнительного образования. Алексей Кагаюл участвует в конкурсе ледовых скульптур не в первый раз. На этот раз он решил участвовать со своими воспитанниками из Центра дополнительного образования. Ребята приходят перед и после занятий в школе. Каждый на практике учится работать с инструментами. Это своего рода мастер-класс, говорит он. Наоборот, здесь просто своими учениками. Я хочу показать им просто... Какие инструменты, как работать с материалом, хочу показать просто. Из-под ловких рук мастеров ледяные блоки постепенно превращаются в героев сказок. Где-то будет символ будущего года собака, а где-то сказитель с зайцами-слушателями. «23 декабря на открытии главной елки Кызыла будут определены победители. Так, по итогам конкурса жюри присуждает первое, второе и третье место. Победители награждаются памятными дипломами и денежными премиями». Первая республиканская ФМ-радио «Голос Азии» продолжает прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «За мисс Майонез» и «Такси Апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. По условиям игры слушателям предлагается разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущее радио спрятали приз. Партнер квеста «Такси Апельсин» дарит нашедшему бесплатные поездки в такси в любых направлениях и маленький витаминный бонус «Апельсин». На этот раз победителем квеста стал Ардан Адыгбай. Разыгрывать бесплатные поездки такси «Апельсин» будет в течение 2 недель. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66 100 и 66 200. Или скачай приложение для смартфона «Таксофон» и получай 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно и безопасно. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные». Больше займов – больше сумма.
В ближайшие сутки по республике ожидается облачность без осадков. На дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность без осадков. Ночью -30, -32, днем -22, -24. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.